Добрый день, коллеги. Сейчас ставлю на разборку очередной раскатный цилиндр. Риза Жердроп ФР третьего формата. В таком состоянии. В принципе, довольно неплохом. Снята сетка верхняя, волсановая. Так он весьма и очень даже неплохо видно, что выработка минимальная. Выбрасыватель есть. Вот, поэтому я его поставлю разбирать. Все запчасти будут в наличии. И платы. Я его вставлял только что, правда, тестировал. Насос подачи чернил с редуктором. Также в очень хорошем состоянии. Если нужны будут какие-то запчасти, пожалуйста, обращайтесь.